Сначала они украшают дома, а затем выкидываются на мусорку. И это в лучшем случае, если бывший хозяин культурно избавился от зеленой красавицы после новогодних каникул. В худшем хвойные растения хаотично разбросаны, тем самым превращая городские улицы в стихийные свалки. После 7 января во дворах Ульяновска уже появляются первые выброшенные елки. С первого дня Нового года за дальнейшую судьбу деревьев отвечает Институт региональных операторов. Лучше всего, если данные елки население, жители города Ульяновска, жители Ульяновской области будут складировать рядом с контейнерными площадками. Региональные операторы имеют в своем арсенале не только парк мусоровозной техники, но и автомашины для вывоза крупногабаритного мусора. И, соответственно, елки будут утилизированы путем переработки. Так, часть региональных операторов с помощью дробильных установок елки измельчают в щепу. Функция первого регионального оператора, который обслуживает 10 районов области, превращать елки в наполнитель для габионных конструкций. Заволжские утилизированные хвойные растения пустят на изготовление экологичного топлива для пеллетных котлов. С учетом поручения губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, начиная с воскресенья, мы будем очень жестко контролировать вывоз твердых коммунальных отходов именно в части новогодних елей. Мы с 1 января контролируем в ежедневном режиме деятельность региональных операторов. В том числе будем смотреть состояние контейнерных площадок на предмет, скажем так, невывоза или захламления новогодними елями. Правильно избавляться необходимо и от искусственных елок. В большинстве случаев такое новогоднее дерево имеет срок службы не больше 5 лет. После искусственную елку также стоит вынести к мусорному баку. Сейчас региональные операторы обладают мусороперерабатывающими мощностями, и в этой части их нужно точно так же утилизировать вместе с иными коммунальными отходами в процессе сбора и переработки на мусоросортировочных линиях. Данная продукция будет использоваться в вторичном обороте. Большинство жителей Ульяновска, как оказалось, елку в доме держат вплоть до крещения. Люди надеются, что после с деревьями обходятся надлежащим образом. Сейчас стали утилизировать, насколько я знаю, а раньше, наверное, просто выбрасывали на свалку. До 19, до последнего, до крещения. Настоящая она у вас или искусственная? Настоящая. А потом куда? Что с елкой делаете? Еще пару недель около дома, а потом в контейнер. Как думаете, что с ней происходит дальше? Как, не знаю, забирать совсем мусор, наверное, там погибает елочка наша. Она просто посыпается. Посыпается? Хорошо. И в землю впитывается. Да. Ой, месяца два, наверное, стоит точно. А потом, что с ней происходит? Куда вы ее деваете? Потом на мусорку относим. До сих пор стоит до последнего. До последнего, до какого? С январь. Ага, искусственная или настоящая? Настоящая, конечно. А потом куда елочку деваете, когда праздник? Елочку, а она осыпается, там остается одна деревяшка. К подъезду, конечно. Всего, по словам специалистов, в этом году утилизации в регионе подлежат порядка 55 тысяч елок. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.